Людмила Аринина плохо себя чувствует и тяжело разговаривает. О нынешнем состоянии сыгравшей в «Гости» из будущего артистки рассказал для Пятого канала киновед Сергей Капков. Он отметил, что в последнее время 95-летняя Аринина жалуется на здоровье. Сергей не знает, от какого именно заболевания страдает актриса, но замечает, что она с трудом разговаривает. В начале ноября мужчина звонил Людмиле Михайловне, чтобы поздравить ее с юбилеем, но она даже не смогла подойти к телефону. Пожелания заслуженной артистки РСФСР киновед передавал через ее супруга. Капков обращает внимание на то, что Аринина так и не завела детей. Он надеется, что об актрисе есть кому позаботиться. Сейчас Людмила Михайловна состоит в браке с третьим мужем Николаем Семеновым, с которым живет уже больше 30 лет.